Українські новини на UN1. Проросійські настроєні активісти не пустили бувшого політзаключеного Михаїла Ходорковського в здання Донецької обласної державної адміністрації. В настоящее время помещение госучреждения контролируется митингующими, выступающими за федерализацию Украины. В марте этого года Ходорковский обвинил российские власти в причастности к силовому разгону демонстрации на Майдане на Залежності в Киеве, в результате которых был отстранен от власти Виктор Янукович. В тот же период бывший крупный бизнесмен приехал в Украину, предложив свое посредничество в разрешении крымского кризиса. По словам Ходорковского, он поехал на восток страны, чтобы самостоятельно разобраться в сложившейся там ситуации. На подходе к Донецкой облгосадминистрации его остановили местные силы самообороны и не пустили дальше, заявив, что его никто не приглашал. Митингующие попросили его покинуть территорию администрации во избежание проблем. Один из активистов сказал бывшему политзаключенному, что всю информацию о происходящем он может узнать из российских телеканалов. Ходорковский не стал вступать в дискуссию с митингующими, отметив, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Бывшего основного акционера ЮКОСа арестовали в 2003 году по обвинению в хищениях и неуплате налогов. А в 2005 году он был осужден и приговорен к лишению свободы. Его компанию подвергли процедуре банкротства. Часть активов предприятия выкупило государство. В декабре 2013 года Путин подписал указ о его помиловании и досрочном освобождении.